Рошкабар представляет. Поздравляем с днем рождения, Европа Плюс! Слушайте все 91.3 FM! Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами находимся в Крошка-баре на день рождения замечательного радио Европа Плюс. Поздравляем вас! Это лучшее радио, лучшая атмосфера и лучший гость диджей Лосев сегодня для вас. Европа Плюс! Сегодня здесь выступал один из самых лучших диджеев, по моему мнению, диджей Лосев. Сыграл, как всегда, замечательные треки, подарил свои шикарнейшие диски. И в данный момент мы сидим с ним и общаемся. Привет, Серега, как твое настроение? Нам, как всегда, понравилось твое офигенное выступление. Что ты хочешь сказать городу Тольятти? Ну что, Серега, мы рады были тебя увидеть в замечательном баре «Крошка». Всегда ждем тебя и приглашаем. Любим Европу Плюс, любим эту радиостанцию. Слушай, они ты? Куча там заняется цель, да? Радиостанция Европа Плюс. Конечно. А ты знаешь, что сегодня весь вечер играют треки Ивана Дорна и Дэн Балана? Слышал, да. Вот это поворот. А ты знаешь, что сегодня вечеринка от Европы Плюс? Да. А ты слушаешь Европу Плюс? Да. Тебе нравится эта радиостанция? Да. А как ты относишься к Дэн Балану? Охуенно. На самом деле, ты пришел повеселиться? Для этого пришел. Я люблю Европу Плюс. Европа Плюс! О чем ты хотела? Солнце, море. А как насчет секса, наркотики и рок-н-ролл? Ну сколько можно? А, слушай, а у тебя есть Дэн Балан? Конечно же нету. Блин, а Дима Билан? Даже похожего. Слушай, ну хотя бы Ваня Дорн есть? По-любому нету. А как тебя зовут? Аня. Анютка, привет. Меня Алексей зовут. Сегодня вечеринка от Европы Плюс. О, какие люди! Привет! Смотри, какая у него модная футболка. А ты пришел на вечеринку Европы Плюс? Да. С удовольствием передаю привет Европе Плюс. Ребят, простите за наш бред. Ждем вас, как всегда, на нашей волне. Всем пиз.